Несите ваши денежки, иначе быть беде. Примерно так изложили суть своего звонка лжеправоохранители. Пожилой женщине мошенники, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили, дочь и внучка попали в ДТП. Нужна срочная и очень дорогая операция. Я говорю, зовите мне, кто там есть, внучку. Внучку дали, я с ней поговорила, она мне ответила. Говорю, давай маму. Маму тоже дали. К вам подъедет мой шофер, и вы ему отдадите. Курьер забрал 300 тысяч рублей, а пенсионерка попыталась по телефону выяснить самочувствие близких, но номер был уже недоступен. Полиции потерпевшая заявила, что слышала о подобной схеме мошенничества, но все равно поддалась на уловки злоумышленников. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Трудно сохранять ясный ум, когда близким грозит опасность. Этим и пользуются мошенники, из раза в раз попадая в ноты отработанной схемы. Правоохранители напоминают, при сообщении о ЧП созвонитесь с родственниками по их номерам. Если у вас под любым предлогом вымогают деньги, незамедлительно обращайтесь в полицию.